facem griji din cauza poliției. Îi mituim. Am o soție acasă și una aici. Sunt o fire romantică. Mama moja! Вот где яйца-то стальные. Как можно не влюбиться в такого парня? Прет наш товар, а потом заваливает к нам, как к себе домой. Эй, я водила. Я знаю. Это Мигель говорил, куда ехать. А? Конечно, раз ты говоришь. Оу, а что, есть варианты? И как мило Берег на это смотрит. Но это зависит от того, кто платит. Скажем так, у нас есть к тебе предложение. Ладно. Скажем, мне интересно. Доставь отраду презент. Мы хотим показать Чулос, что не держим зла. Предательство — это серьезно. Дебил Миги нарушил договор. Он будет наказан. Канальям придется это понять. Llamaré a la policía. Oh no, Dios mío. Час назад, так что копы ее ищут. Что они скажут, когда увидят Миги? Хотел бы я там оказаться и послушать, как ты будешь это бомба! Она на мне висит! На, снимай! Я знаю парня, который сможет снять эту штуку нахрен. Она не рванет. Вытащи меня, а со мной не заржавеет, ладно? На следующей улице налево. Так что за звук был, а? Что, типа Мигелю приходит конец? Дальше направо, хорошо? Нам надо направо. Нужно вернуться. Слушай меня, эскучаме. Ты что думаешь, тебя бомба ждать будет? Давай назад! Thank you.
дальше направо, хорошо? Нам надо направо. Надо ехать. Да, нам нужно сюда, блин. Ты же типа не бросишь меня там, да? Ты же выручишь меня, а? Става поможет тебе за это. Теперь налево и быстрее давай. Кажется, налево. Не-не-не-не-не, направо. Направо, правильно. Она пищит у меня прямо. Верно, именно сюда. Налево, давай налево, а? Я показал тебе лучший маршрут, да? Я выживу, да? Так мило. Точняк, да? Дальше направо, хорошо? Здесь можно срезать, блин, я знаю. Не смотри на меня так, я помираю, блин, понял? Ты чё, работаешь на них, блин? Става вырежет тебе сердце! Теперь налево и быстрее давай. Полиция? Интересно, почему где ты, там и они? Когда типа будем на месте, ты поторопи их, ладно? Так, тут направо. Не-не-не, подожди. Налево, налево. Она пищит у меня прямо в мозгах. Пищит опять. Это не... А, малисионный сулевелиш. Мне на газ, блин, нужно уже. Она говорит, что я не помню худа, блин. Боже, как мне больно, мило. Мы на месте, я спасен. Не тормози! Осторожно ты! Полегче, говорю! Ну давай, легче! Давай! Если он не знает, какие провода резать, наедимся шрапнели и кусков Мигеля. Лос Чулос не забудут, что ты сделал для моего брата. Больше нянькой не будешь. Радо, это он, Мило Берег. Он нам этот мусор вынес. Я про каналий. Думаю, каналий порадовал мой презент. Только они не прощают. Из-за нас они постараются сделать тебе больно. Придется встать в очередь. Для таких, как ты, у нас работа есть. Если тебе интересно. А как же? Скажи ему, что нам нужно. У нас проблемы с партнером. Деньги у него есть, мы знаем, а платить не хочет. Не похоже на проблему. Похоже на хороший шанс. Этот партнер – владелец газеты «Контемпорани». Их реклама везде, куда ни глянь. На автобусных остановках, на плакатах, везде. Мы с Раду не хотим больше видеть ни одного упоминания о них.
своих лотков по всему городу. Раду говорить, они упертые. Лично я считаю, что они самоубийцы. Что они о нас думают? Не в курсе, что на нас работает Мило Берри, который лучше всех умеет снести киоск. Займись этим.
вперед из Контемпорани, разнеси там все, возьми грузовик и не забудь разукрасить кабинет главреда. Что тот предоставил мне свободный вечер. И этим я обязан тебе, Мило. Сегодня я устрою вечеринку в твою честь.